Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я прошу прощения за задержку. Небольшой технический сбой был, нужно было наладить. Но я надеюсь, что мы уже готовы к новому учебному году, хотя, конечно, не хочется возвращаться к повседневной такой работе. И я вам расскажу о том, какие новые издания к новому учебному году появились, но не только о новых изданиях, а мне бы хотелось рассказать о том, что стоит учесть в наступающем учебном году учителя английского языка, потому что есть некоторые хорошие новости. Итак, что нового? Во-первых, появились удобные рекомендации по организации контроля языкового. Я сейчас расскажу, как их можно использовать. Это абсолютно бесплатные методические пособия, где я выступил с автором. Это проект Российской Академии Образования. Их можно использовать в школе. Расскажу, что сделать. Плюс произошли небольшие изменения в ЕГЭ. Плюс я кое-что еще расскажу про ВПР. Итак, какие изменения в языковом контроле происходят? С 1 сентября вступает в силу федеральный закон об изменении, об изменении, о внесении изменений в статье закон об образовании, вступает в силу два постановления правительства. Что это нам дает? Это на самом деле хорошая для нас новость. Обычно, когда какие-то новости происходят, думаешь, ну, как бы чего ни случилось, не усложнила жизнь. Нет, это на самом деле жизнь облегчит. Посмотрите, что происходит. Дело в том, что вы знаете, у нас до сих пор было огромное количество контрольных мероприятий. Это и ВПР, и ЛИНИКО, это региональные исследования образования, это муниципальные всякие исследования и так далее, и так далее. Плюс мы еще 10% времени имели право на контроль отдавать из рабочей программы. Теперь, благодаря этим постановлениям, на федеральном уровне будет либо ВПР, либо НИКО, либо ВПР и СПО, то есть одно федеральное мероприятие на одного ученика в год. Дублей не будет, то есть не будет такого, что и ВПР, и НИКО сдавать и еще что-то. Далее, региональные исследования. Теперь регион не сможет сам решать, какие исследования хочет провести. Их можно будет проводить только по согласованию с Рособранадзором, причем это все должно согласовываться в июне там до определенного числа июля. И более того, для того, чтобы согласовать, регион должен будет очень убедительно, аргументированно объяснить Рособранадзору. Во-первых, почему они считают, что надо провести такое исследование качества, какие-то контрольные работы, срезы и так далее, или диктанты. И как, самое главное, они собираются работать с результатами, как они собираются использовать. То есть Рособранадзор очень серьезно настроен на то, чтобы урезать количество такого рода исследований. Муниципальных исследований проводиться не будет. Поэтому, если у вас бывали какие-то муниципальные контакты, контрольные или прочее, все, они в соответствии с постановлением правительства уходят в прошлое. Я надеюсь, что это хорошая новость, потому что это сделает нашу жизнь хоть немножечко полегче. А то возникали ситуации с обилием контрольных, что, мол, когда же учить-то, если мы все контролируем. Дальше. Объявлен график ВПР. Вы об этом наверняка знаете. ВПР в 2024-2025 учебном году по иностранным языкам будет проводиться. Там выбор из предметов. Могут выбрать иностранный язык, могут выбрать другие предметы. Тем не менее, классы обозначены. 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классы. Сроки проведения ВПР с 11 апреля по 16 мая. И ВПР добавят в конструктор рабочих программ. Мне поручили по иностранным языкам в этот конструктор внести, для того, чтобы вам было удобно планировать когда вы просто сможете войти в этот конструктор и программу рабочую подправить, так что у вас будет обозначено ВПР. По новым правилам ВПР обязательно должны быть указаны в рабочей программе, то есть не получится такого, что вот вы какой-то день потратили, а вам потом надо неизвестно где эти часы брать и наверстывать все вот эти вот моменты. Вот Вера Викторовна спрашивает, сколько идет по времени вебинар? Мы к 18 часам закончим. Может быть, даже чуть побыстрее, тем не менее... Вот такие моменты. И, соответственно, поскольку ВПР будут, то мы подготовили новые издания для подготовки к ВПР. Вы, возможно, знакомы с серией пособий Кирилла Павловича Словохотова «Проверочные работы». И мы в эту серию добавили в пособие для 5, 6, 8 классов и в пособие «Тестиограмма» для 8, 9 классов мы добавили новые тесты. 5, 6 класс уже в типографии. Тестиограмма в типографии, так что в сентябре уже будут. И восьмой класс тоже в типографии. Вот посмотрите эти пособия из серии проверочной работы 5 класс, 6 класс. Вот тест 8 и 9 класс. И посмотрите, как они выглядят. Я взял примеры из пособия для пятого класса тестиограмма. И вот как раз тот самый один из новых тестов. Там по 5 новых тестов добавлено, поэтому по 10 тестов в каждом пособии вполне теперь можно использовать дополнительно для тренировки или для каких-то контрольных работ, когда у вас дети из решебников что-то списывают. Посмотрите, здесь включаются задания по аудированию, аудиозапись доступна для скачивания. Есть задания по чтению, где соотносим тексты с заголовками. Есть задания на грамматику и лексику они тоже довольно типичных форматов. Есть задания на электронные сообщения и маленький телефонный опрос. То есть эти пособия, которые помогают уже с пятого класса приучить школьников к формату ОГЭ. И даже если у вас ученики не будут писать ВПР, пожалуйста, можно использовать для того, чтобы детей потихонечку приучать к формату ОГЭ и подходить довольно загодя к таким вещам. Дальше. Мы говорили о том, что Вернее, мы не говорили, я планировал только поговорить о том, что, к сожалению, сейчас возникают такие ситуации, когда разные школы э, контролируют... Так, вот читаю, Наталья Борисовна Малышева пишет, в прошедшем 23-24 году были запланированы 10 контрольных работ. Э, 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 да, так что... Теперь будет поудобнее в этом плане. Мы с вами, я хотел бы вот еще о чем поговорить. Я думаю, что у нас у всех бывают такие ситуации, когда, например, методическому объединению приходится принимать решение. А как мы будем оценивать контрольные работы, какие-то, например, контрольные задания, какие форматы можно использовать и прочее, прочее, прочее. Потому что возникает такая ситуация. Так, вот Ольга Сафрону пишет задание ошибка. А давайте мы вернемся, покажите, пожалуйста, где в задании ошибка. Если можно, напишите в каком. Так, давайте посмотрим, потому что я брал из проекта оригинал макетов, которые вполне возможно правки внесли перед отправкой в типографию. Вы нашли, да, там ответы на ее три ответа. А, конечно, три вопроса должно быть. Вот спасибо большое, что сказали. Спасибо большое, поправим, если еще не поправили. Вот видите, как полезно, полезно показывать издания, которые готовятся, которые готовятся к выходу. Когда можно посмотреть общими усилиями. Итак, в школах бывают такие часто ситуации, когда разные учителя одни и те же работы оценивают совершенно по-разному. И бывает, я думаю, что нам всем знакомы такие ситуации, когда кто-то говорит: "Ой, вы, вы, вы четверку за такой ответ поставили, а я вот больше тройки не поставила бы". И есть учителя, которые гордятся тем, как они жестко оценивают. Есть учителя, которые говорят: "А у нас критериев нет общих, поэтому сложно это сделать". Поэтому посмотрите, в Российской академии образования вышли два методических пособия. Первое пособие называется система оценки достижений планируемых предметных результатов по иностранному языку 23 год это в декабре вышло и еще вышло пособие про достижение метапредметных результатов Позвольте мне очень коротко показать как можно использовать это все и что там может пригодиться. Посмотрите, пожалуйста, мы здесь предложили от, России, вот, от Российской Академии Образования, разработали критерии оценки предметных достижений по говорению, по аудированию, по чтению, по письму. И это не значит, что вот эти критерии, это прям истинно в последней инстанции. Но мы хотели вам предложить опору, которую можно использовать для того, чтобы принять, например, для общешкольного оценивания, для того, чтобы и вы, и ваши коллеги, если вам это удобно, могли опираться на эти критерии и оценивать именно так, например, каким-то единым образом. И плюс, посмотрите, мы предложили... Мы предложили в рамках текущего контроля критерии, в рамках промежуточного контроля критерии и предложили также систему оценивания для проектной и исследовательской деятельности и для самоконтроля и самооценивания. Вот такие вот моменты. Вот маленький пример того, как это выглядит. Там готовые прямо таблицы с критериями. Это таблица для оценивания проектных работ. Может быть, вам пригодятся такие опоры для того, чтобы не пришлось самим придумывать, потому что, например, вот у меня только сейчас была встреча с коллегами из МПГУ, из РУДН и прочее, там несколько еще образовательных организаций, мы сейчас планируем конкурс для учеников фотографий каких-то из родных стран, из родной страны каких-то моментов и презентации по этим фотографиям. Устная презентация, устный рассказ о том, что произошло. То есть вот фотографии своей малой родины и прочего. И мы как раз споткнулись на том, что нам надо очень тщательно проработать критерии оценивания. Вот э, здесь такие критерии уже готовы. Но я думаю, что часто приходится сталкиваться с такими вещами. Поэтому, коллеги, посмотрите, пособия довольно большие. Критерии предложены, вы их можете дорабатывать, но, по крайней мере, основа для вас создана. Плюс точно так же э, я вписал во вторую пособие про метапредметные результаты, я вписал примеры метапредметных заданий и э, объяснения, почему, на какие у, на какие формирования, каких УУД эти задания направлены и так далее, и так далее. Э, потому что э, таких вещей тоже иногда не хватает. И посмотрите, я делал эти задания такими, чтобы они были удобны для нашего с вами предмета, и предметными средствами помогли бы посмотреть на метапредметные результаты. Например, вот такое задание для пятого класса. Э, это для формирования, коммуникативных, для, для формирования базовых исследовательских действий. Ты нашел рецепт пирога и хочешь испечь его на мамин день рождения, но ты не уверен, все ли ингредиенты есть дома. Прочитай рецепт и составь вопрос, чтобы выяснить, можешь ли ты испечь пирог. Вот у нас этот рецепт, и затем ученику нужно сформулировать вопросы how much flour do we have, do we have one cup of sugar that I can use, и так далее, и так далее. То есть просто мы здесь тренируем, мы здесь работаем с нашим предметным содержанием. Вот у нас предметные результаты есть, у нас тема такая, семейный праздник, день рождения. Но мы можем взять это задание и встроить его туда для того, чтобы тренировать еще и исследовательские умения. Или, например, для шестого класса. Задание «Прочитай высказания школьников». Какие из этих высказаний факты? То есть их можно проверить, доказать правильность. Какие мнения? То есть их проверить нельзя. Здесь нет предметный результат, умение формировать гипотезу собственных суждений, суждений других, аргументирует свою позицию и мнение. И везде дается модель ответа. То есть, если от вас будет требоваться, например, какие-то проверки, или вы посчитаете, что будет интересно такие задания включить э, в работу со школьниками, то эти задания уже готовы, их тоже можно взять. Все это можно скачать, все материалы можно скачать на сайте единого содержания общего образования, Я еще раз покажу, как эти пособия называются. Посмотрите, пожалуйста, вот они. И можно их использовать в качестве официальных рекомендуемых от Российской Академии Образования. Пойдемте дальше. Теперь позвольте рассказать про несколько новых изданий для начальной школы. Вот из этих изданий только одно вышло весной, это «Мишки Грамма» а все остальные книги новые. Это прописи по английскому языку Елены Владимировны Журавлевой. Это книга, новая книга Елены Русиновой «Активатор разговорной речи». Это книга Нышки Грамма Артема Морозова. Вторая книга, я чуть-чуть про нее скажу, поскольку многие с ней, возможно, знакомы. Кстати, коллеги, а напишите, пожалуйста, с какими из этих книг вы уже успели познакомиться. Может быть, вы их видели, листали, в руках держали. И пособие Натальи Николаевны Селяниновой «Интересный английский». Это тренажер по лексике и грамматике для второго класса. И эта книга в двух частях. Первая часть вышла, вторая часть выйдет в сентябре. Она уже отправляется в типографию. Знаком ли вы с какой-то из этих книг? Для того, чтобы я просто понял, что, например, о чем-то стоит подробнее рассказать, о чем-то, может быть, и не стоит тратить ваше время. Презентация будет доступна, да, презентация будет доступна. Так, другие пособия Русиновой. Так, коллеги знакомы с пособием Натальи Селяниновой. Интересно английский. Но давайте я тогда коротко расскажу, поскольку не все знакомы. Чем прописи? Елена Владимировна Журавлевой по английскому языку отличаются от других аналогичных прописей по английскому. Потому что эти прописи направлены не столько на правила орфографии, сколько на правила чтения. Посмотрите, пожалуйста, здесь они расположены именно по правилам чтения, то есть они помогают школьникам дополнительную тренировку в, в, работе, в изучении правил чтения. У нас есть определенные звуки. У нас есть определенные буквы сочетания, которые трудность для учеников представляют. У нас есть задание для самопроверки и словарь в картинках. Давайте я очень быстро покажу страницы из этой книги. Прописи уже вышли. Посмотрите, здесь прописи вот такие. Вот у нас A. И дети сначала обводят, затем пишут самостоятельно, подписывают картинки, что там изображено. Вот у нас на «и» на звук. То есть у них сразу образуется связь между тем, как пишется, и тем, как читается. Это не просто работа с отдельными буквами бессистемная. И вот чем дальше мы идем, посмотрите, например, вот у нас на звук «э», у нас там уже не просто отдельные буквы внизу получаются, а у нас уже отдельные слова, словосочетания и даже предложения. Например, «I can catch a big patch». Вот такие вещи. У нас есть небольшие тесты, вся лексика, с которой мы работаем здесь, она проверяется в тестах с картинками. Когда мы поработали, например, подписали затем слова, их можно давать в качестве домашнего задания для того, чтобы слова прошли не впустую, вот неизвестно зачем писали, а у детей в голове они отложились. То есть небольшой набор лексики идет. И вот такой вот у нас словарь в картинках, посмотрите, пожалуйста, где слова именно распределены по буквосочетаниям. Так что можно использовать вот такие материалы. Как вы считаете, вот такой необычный формат прописей, он будет удобнее, чем обычные прописи, когда там по буквам алфавита и просто пишут слова? Или, может быть, наоборот, это лишнее? Мне здесь очень важно ваше мнение, потому что мы когда принимали решение о публикации, я посчитал, что такое может быть полезным, поскольку у нас одновременно идет отработка не только орфографии, но и правил чтения. Вот, отлично. Так что вот такое пособие. Я таких нигде больше прописей не видел. Я очень рад, что авторы такое написали. Пойдемте дальше. Активатор разговорной речи Елены Русиновой. Его можно использовать с младшими школьниками, можно с дошкольниками, если они уже научились читать по-английски. Это работа с лексикой, и мы выводим потихонечку на разговорную речь в пределах изучаемых в школе грамматических конструкций. То есть здесь берутся темы для начального этапа обучения числа, цвета, прилагательные глаголы, предмет. Я сейчас покажу все это. И отрабатывается и произношение новых слов. И грамматика берет только present simple и present continuous. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот у нас темы, всего 22 урока. Они небольшие совсем. Их можно давать в качестве домашнего задания. Это активатор. Можно в уроке встраивать, если вам, например, нужна какая-то дополнительная тренировка. Есть для этого время. Причем некоторые темы по повторяются. Вот, например, у нас тема «Посмотрите хаос» целых два урока. Тема «Еда, фуд», она у нас в шестом уроке, потом в 21, 21, 22. Здесь добавляются постоянно примеры, и в последующих уроках там еще и грамматика появляется. Давайте я покажу парочку уроков. Например, урок пятой школы. Здесь все просто. Сначала читаем слова, используя транскрипцию, поскольку первый год обучения, такие требования, такие задания пригодятся. Затем раскрась, запиши, затем прочитай. Дети сами раскрашивают в те цвета, в которые хотят, и читают заодно, повторяются цвета. Но цвета у нас были во втором уроке, поэтому они это помнят и знают. Дальше посмотрите. Ответь на вопрос, запиши, затем прочитай. Что это? What's this? Вот они отвечают. What's this? It's a отработали, написали, затем прочитали, и эта конструкция не в голове откладывается. Дальше посмотрите, сосчитай, запиши и прочитай. Считают, сколько у нас изображено этих предметов. How many pens? Five pens. То есть очень простые вещи, но это вот именно то самое говорение по опорам, чтобы детей не держала лексика, детей не держала грамматика, они прям совершенно осознанно вот эти простые фразы могли говорить. И к этому активатору есть методические рекомендации, прямо для каждого занятия. Что отрабатывается, Какие игры можно использовать, например, какой вариант может пригодиться. Здесь все довольно просто. Здесь даже родители, если они учили английский язык, они вполне могут своим детям помочь. Удобно для детей, которые сложности испытывают, либо для детей, которым просто нужна дополнительная тренировка. Вот такой активатор можно использовать. Пойдемте дальше. Сборник, вернее, э, сборник заданий учебник «Мишка Грамма». У нас, кстати, сейчас в работе еще продолжение только не «Грамма», а из серии Мишки English» я расскажу, что такое там. Для тех, кто не знаком, это, это замечательный совершенно преподаватель Артем Морозов. У него есть огромное сообщество, там более 100 тысяч участников «Мишки English» во Вконтакте у него замечательные, совершенно очень добрые, интересные задания, очень веселые. Это вот как раз мы начинаем на уровне elementary и потихонечку подходим к pre-intermediate. И сборник можно использовать и как продолжение книги первой на уровне elementary, так и самостоятельно. Посмотрите, здесь задание вот на какие темы. У нас прямо на титульном листе содержание. To be present simple, adverbs of frequency, to be past simple, past continuous, superlative adjectives, models going to ordinal numbers, present simple и так далее, и так далее. Вот у нас списки. списке. И задания, на самом деле, довольно простые и очевидные. Например, вот такое задание термо... с термометрами. Ask your partner questions and draw. Дети в парах задают друг другу вопросы. Например, how often do you make a pizza? Второй ученик отвечает sometimes. Они закрашивают этот термометр. А затем на их оп... на... с опорой на эти термометры могут сказать, как их одноклассник, как он часто делает. Вот такие моменты. Причем тут есть задания, где обязательно ответят never. Например, how often do you drive a car. Uh, Какие-то могут быть задания где можно сказать «rarely» или «usually», в зависимости от места жительства, «How often do you swim in the sea?» и так далее, и так далее. И есть такие, которые будут, например, очень часто ответы получать. Например, «How often do you watch TV?» То есть задания не просто придуманы, они еще логически отобраны так, чтобы получить диапазон ответов, чтобы у нас какие-то наречия частотность не остались за пределами. Или, например, вот такое задание. «Color the apples red if the answer is yes». И дети читают, например, do snakes draw pictures. Не надо это яблоко раскрашивать. Does a chicken fly? Does a sheep go to school? Do birds sing? Вот у нас несколько только яблок будут красными. И нам с вами, кстати, очень легко проверить. Посмотрели, какие яблоки раскрасили. И все становится понятно. То есть вот такие удобные, простые пособия. Есть и посложнее занятия, конечно. Например, вот у нас вечеринка с животными, вот у нас силуэты. What are they doing? Think and write. И работаем с present continuous. Или, например, in the airport. Look, read, and find the correct animal. My friend is wearing a cap and yellow shoes. My friend is reading a big red book. И так далее, и так далее. И мы отмечаем, кто тут, наш друг. Или, например, вот такие broken, uh, broken rules. Uh, correct all mistakes to turn on the lights. Uh, broken bulbs. Correct all mistakes to turn on the lights. Мы исправляем на каждой лампочке ошибки, чтобы у нас гирлянда смогла засветиться. То есть, вот как раз те самые проблемы которые у детей бывают, когда, помните, везде пытаются present continuous ставить, потому что по-русски же вроде как длительная форма, да, я всегда встаю поздно. Вот у нас, they usually wake up late. То есть поправляют, э, смотрим на разницу между present continuous, present simple. Довольно простые задания, они хороши тем, что это вот те самые five-minute activities, которые можно дать на уроке для того, чтобы вспомнить тему, чтобы подойти к ней, оживить немножечко, поиграть, либо в качестве награды, например, не упражнение из учебника делать, а вот такое задание. И тренажер «Интересный английский» Натальи Селяниновой. Это тренажер по лексике и грамматике для второго класса. Он в двух частях. Там тоже дополнительные задания. При этом каждая тема отрабатывается от простого к сложному. Там разные схемы, напоминалки, образцы выполнения задания есть. Самые разные опоры. Как раз вот для тех детей, которым скучно работать с заданиями из учебника. Например, посмотрите. Отработка алфавита. Это только некоторые из заданий. Вот у нас уже третий, четвертый. Впиши недостающие заглавные или строчные буквы. Вспомни по последовательность букв в алфавите. Помоги Мишке добраться до бочонка с медом. То есть лабиринт, но чтобы по нему пройти, нам надо вспоминать буквы в алфавите. Закончи слова, впиши сочетание букв, соответствующие, соответствующие звуку. Вот у нас звук «ш», и мы пишем «fish», «ship», «shoes» и так далее. Посмотри на рисунки, впиши словами числительно от 1 до 12. Смотрим, чего там есть, и пишем, сколько этих всех предметов. Например, «fingers», uh, «pimples», леснушки фрекл точнее вот у нас даже в сыре дырки надо посчитать то есть такие задания они понятные они простые и в то же время они довольно любопытные, оригинальные и не банальные или например вот такие вещи подбери правильный ответ на вопрос проверяют и затем учимся писать письмо или кратко ответить на вопрос о себе have you got вот у нас монстрик с обложки. Посмотри на рисунок монстрика, проведи линии к правильным ответам на вопросы. Соотносим, правильно расставь слова. То есть, опять же, тренировка довольно простая и понятная, но, тем не менее... Это удобные дополнительные тренировочные задания, которые можно на дом давать, которые можно на репетиторстве использовать, ну и, может быть, и в классе тоже можно. Теперь, коллеги, совершенно новое пособие. Оно, оно вышло из печати, оно сейчас у нас на складах, но пока еще оно не появилась в магазине. Но вот вот появится. Эта книга для девятого класса. Она в двух частях. Авторы ⁇ преподаватель из МГИМО Мария Александровна Бурова и преподаватель Московской школы одной. И это специальное пособие, которое соответствует федеральной программе и позволяет и есть задание на все виды речевой деятельности и коммуникативной деятельности. Но посмотрите, это новое. Современное пособие, оно рекомендовано научно-методическим советом по иностранным языкам ГИМО. И здесь фокус именно о чем? На, 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 на чем на современных знаниях с учетом реальных жизненных ситуаций э, и культурно-исторических традиций. Это вот то, чего в жизни часто не хватает. Хорошие материалы, которые включают и Россию, в том числе. То есть, это именно обучение английскому языку для российских школьников, чтобы они понимали, что у нас есть хорошего, чтобы они умели рассказывать, чтобы они умели гордиться. И вот посмотрите содержание обеих книг. Первая часть – это темы Le Leisure, My Family and Friends, School Life, The World of Work, uh, Living a Healthy Life, The World Around Us. Uh, и вторая часть – Advances in Technology, The Media, We Live in Russia, England, Britain or the UK, uh, The World of Art, и learning languages. Но давайте посмотрим, назвать-то можно как угодно, вот что здесь действительно нового, насколько это пособие удобно. Посмотрите, пожалуйста, вот у нас первый урок одного из юнитов. Inventions, new or old. И вот с чего начинается? Естественно, начинается Sleet in, work in pairs, look at the pictures, and discuss the questions below. What do you know about each of the things? When and where were they invented? Как правило, дети не знают этого. Может быть, кто-нибудь вспомнит, что там э, компас еще в Китае был изобретен. How did they change people's lives? Uh, are they still used today? Затем идет работа с грамматикой, со словообразованием, с лексикой, make nouns from the verbs add in suffixes. Uh, match definitions with the nouns. Отработали эту лексику, поработали, затем закрепили это, затем у нас идет аудирование. Мы слушаем интервью, обсуждаем изобретения разные. Затем посмотрите утверждение: Everything is well, forgotten, old. Согласны или не согласны с ним. Затем разбираем грамматику. А затем посмотрите, дальше идет работа. Например, Work in past, take turns asking questions and saying what you will do in the circumstances. У нас идет отработка с разными ситуациями жизненными. И вот такие вот уроки. Это только первый урок юнита. Понятно, что он вводный, потом отрабатывается, продолжает та же самая лексика и грамматика. А затем, посмотрите, мы показываем ученикам, что не только в других странах, например, какие-то выдающиеся изобретения были или какие-то достижения. Например, вот такой вот урок у нас есть. Посмотрите, пожалуйста. Uh, мы обсуждаем, например, про изобретение в сфере медицины. What discoveries and inventions in the field of medicine do you know? How do they help patients and doctors? Uh, how have ships changed since the times of the first primitive rafts and boats? What kind of uh, specialists worked on the improvement? Вот такие вещи. А затем посмотрите. Вот у нас замечательная совершенно история про Николая Пирогова, то, о чем дети часто не знают и о значении его изобретения, открытий. Uh, вот у нас a genius from Siberia про Менделеева. То есть вот те самые вещи, которые нам потом пригодятся на ОГЭ и ЕГЭ. Когда нам задают вопросы, например, кем из изобретателей или ученых ты восхищаешься и прочее, прочее, прочее. А Насколько примерно часов? А здесь, а здесь на 68 часов. Поэтому его можно использовать как дополнительное пособие и можно с этим работать. Готовится к нему также книга для учителя, где все будет подробно написано. Вот такая вот новая книга. Она в двух частях, уже тираж отпечатан. В одном из регионов России пойдет пилотирование в небольших количествах, это в Тверской области. Так что, если вам интересно, пособие будет доступно. Это вот, знаете, вот из тех книг, которые приятно взять в руки, с которыми интересно работать, я уже смотрю, например, с кем из своих учеников я буду на частных уроках использовать. Потому что это будет хорошим дополнением к тому, чем занимаются в школе. Теперь давайте перейдем к ЕГЭ. Вы наверняка уже видели проект новой демоверсии, там произошли некоторые изменения. Они вроде бы небольшие, но могут стать немножко неудобными. Потому что в задании 38 теперь будет не opinion poll, а survey. Казалось бы, какая разница, всего лишь на одно слово замена, а на самом деле постоянно придется про это напоминать. А в задании 4, 4 устной части будет не просто говориться Imagine that you are doing a project, but uh, you and your friend are doing a project. Но ну, это уже мелочь. Вот с survey как раз вопрос посложнее, потому что это же нам надо автоматизировать, чтобы дети писали ровно так, как нам надо. Авторы издательства уже внесли правки. У нас есть новые пособия, которые еще не выходили. Есть пособия, которые выходили, но правки уже внесены. Посмотрите, пожалуйста, вот пособие Ирины Викторовны Хитровой. И Наталья Сергеевна Зверевой «Improve your writing skills». Оно выходило для прошлого года. Сейчас оно для 2025 года уходит в типографию. Там уже вместо and poll survey», но там добавлено материала. И материалов тренировочных тестов добавлено, и ответов. Новое совершенно пособие устной части ЕГЭ темы теста ответа Ирины Викторовны Хитровой Татьяны Леонидовны Чепуренко для 2025 года. Сейчас про него расскажу. Добавлены изменения, добавлены тренировочных материалов целых два юнита. Плюс, опять же, оперен пол заменен на сервей в пособие Юлии Николаевны Евсеевой, Алина Дмитриевны Миканбе. Английский язык ЕГЭ на отлично задание 38 и совершенно новое пособие, английский язык, мы его назвали Culture and Mind, Vocabulary and Grammar uh, Exam Practice. Uh, возможно, вы встречали ее разработки, разработки этого автора uh, во ВКонтакте. Замечательные совершенно разработки. Автора зовут Рома Владимировна Наугольная. Еще пишет Наугольная Сень. Если кто-то встречал, напишите, пожалуйста, потому что она великолепные совершенно вещи делает. Давайте я покажу что это такое. Итак, improve your writing skills. Как я уже говорил, здесь материалов добавлено. Может быть, вы в прошлом году этим пособием пользовались. И здесь прямо пошаговые объяснения, очень детальные. Как писать электронное письмо. Здесь идет анализ ответов с точки зрения экспертов ЕГЭ. То есть ученики четко понимают, на чем можно заработать баллы, на чем баллы можно потерять. Устная часть. Точно так же практически рекомендации по выполнению заданий, опоры, например, какие вопросы можно задавать, прямо схемы шаблона ответов. В этом ничего нового нет, но они очень удобно сделаны, так что, так что материалы понятны. Вот, поэтому вот Виктория Владимировна пишет, что Ром Владимировна потрясающе интересные и полезные материалы. Я сейчас их покажу. Кто еще не видел, посмотрите, пожалуйста. Вот теперь у нас серия книг Рома Владимировна начинает выходить. Так что эти материалы будут не только какие-то разработки для скачивания, но это новые материалы, которые можно будет использовать. Либо вот прямо готовая книга будет, что гораздо удобнее, чем пытаться найти какой-то цветной принтер или что-то еще делать. И в этой части, в устной части ЕГЭ, Ирина Викторовна Хитрова, Татьяна Леонидовна Чепуренко, 15 тестов, примерные ответы на все тесты и объяснение заданий, почему именно так надо делать ответы. Пособие ЕГЭ на отлично. Юлии Николаевны Евсеевой. Вы, возможно, им уже успели пополь... воспользоваться. Там очень удобные объяснения, прям хороший выход на задание 38. У подростков часто не хватает информации фоновой. Они не знают, какие проблемы могут быть, им трудно их придумывать. У них фоновой информации не хватает. Поэтому здесь есть не только пошаговые объяснения, но и тексты с информацией для обсуждения. И здесь предусмотрена и работа индивидуальная, и парная, и групповая. Есть ключи и есть вариант ответов. Вот посмотрите, пожалуйста, добавлены еще у нас темы. У нас Shopping and Entertainment добавлено. Если вы еще не пробовали эту книгу, посмотрите, попробуйте. Вот, вот коллеги пишут, пособие хитровые звери у КГ и ЕГЭ пользовались, очень понравилось. И так что можно использовать. И вот пособие Culture and Mind, про которое я говорил. Там есть материалы, это именно фокус на культурных аспектах. Там есть материалы о России и странах изучаемого языка. Там есть задания, задания все в формате части грамматика и лексика ЕГЭ. То есть, посмотрите, у нас появляется целая линейка пособий, когда у нас есть для устной части для письменной много всего. Теперь у нас появляется Vocabulary and Grammar. Я сейчас скажу о книге, которая осенью выйдет. Это по аудированию точно так же будет. И вот, вот эти вот книги, они удобны тем, что там современные информация, которая интересна для подростков. И здесь целых 30 тренировочных тестов. Посмотрите, пожалуйста, на примеры. Вот один из этих тестов. Uh, вот мы читаем текст про uh, бурлаки на Волге, Батч uh, Холлес. на этом примере делаем. Uh, вот у нас uh, «Morning in a Pine Forest», то есть у нас везде, видите, тематические вещи, например, живопись. И вот у нас три картины. «Бурлаки на Волге», «Утро в сосновом лесу» и «Девятый вал». И на основе этого мы тренируемся. Но, естественно, мы не только о России говорим. У нас есть тесты, которые посвящены, например, литературе. И вот, пожалуйста, у нас Джейн Остин здесь, и мы на этом материале делаем. Затем у нас идет дальше про Джейн Остин «All the times, all the morals». И так далее, и так далее. То есть здесь у каждого текста познавательная ценность. Не просто тренировка, не просто тренировка, а именно новая информация. Так, вопрос. На сайте ФИПИ появилась демо-версия ГВЭ по иностранным языкам. Что ждать? Коллеги, пока сегодня не могу сказать, мне самому надо изучить. Я пока только на ЕГЭ смотрел. Но давайте мы... Я, я думаю, что у нас будет серия вебинаров в сентябре, на которой мы и такие вопросы тоже разберем. Итак, вот такое вот пособие. Я очень рад тому, что пособие получается красивое. Посмотрите, вот такое полноцветное, когда действительно хорошее качество печати, потому что те же самые картины их хорошо бы разглядывать, а не только где-то как-то бледненько-слепенько посмотреть вот на такие вещи. Ну и, наконец, для тех, кто из вас, может быть, пользовался или готовит кому-то нужны задания, тренировка по устной речи, чтобы разговорить старшеклассников, выходят сейчас из печати обновленные пособия серии Степлайта по устной речи, пока книги номер один и номер два. В каждой книге 10 тем, в каждой теме Каждая тема ⁇ это опоры для говорения в виде вопросов четырех уровней сложности. Там же есть тексты для чтения, там же есть словарь, есть упражнения на лексику и грамматику, и есть задания и на описание фотографии, и на написание разного рода эссе. Вот сейчас добавлено как раз нового формата, формата ЕГЭ, нового задания, которые могут подго помочь подготовиться не только к устной письменной части ЕГЭ, но и к международным экзаменам, поскольку там же тоже... Есть такие моменты, где требуется все это. К этим пособиям есть книги для учителей. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, эти пособия есть и в электронном виде на сайте Титул Онлайн можно приобрести. Так что можно такими вещами пользоваться. Очень удобно для устной речи. И, коллеги, в завершение того, что у нас еще готовится к выходу осенью, потому что у нас сегодня очень обзорный короткий вебинар, как мы с вами говорили, что готовится к выходу. Во-первых, дополненное пособие Артема Петровича Гулова для подготовки к Олимпиадам по английскому языку. Давно обновление не выходило. Сейчас еще одна книга выйдет обновленная и Артем Петрович Голов будет проводить вебинар о подготовке к Олимпиадам. И этот вебинар будет 27 сентября на сайте 1 сентября плюс мы сейчас обсуждаем возможность проведения очного семинара, бесплатного естественно, в Москве, тренинга по подготовке к Олимпиадам. Артем Петрович согласился провести. Он весь прошлый год был занят, поскольку он в декабре защитил докторскую диссертацию. Он теперь доктор педагогических наук. Но он сейчас возвращается к активной деятельности. Вот такой. Готовится к выходу пособия по подготовке к части аудирования ЕГЭ Ирины, Ирины Викторовны Хитровой. Но оно будет направлено не только к ЕГЭ подготовке, но и именно оно позволяет «Отработать умение понимания речи на слух». Форматы в основном ЕГЭ, но там вот именно разные типы понимания. И упражнений гораздо больше, то есть это уверенная тренировка аудирования. «Готовится к выходу дополненное пособие по подготовке к устной части ОГЭ». Я думаю, что мы все помним Радислава Петровича Милруда. В этом году его дочь Инна Радиславовна Максимова написала дополнение этому пособию. Теперь там не только новые тесты добавлены, но и добавлены интеллект-карты, добавлена лексика, с которой можно будет поработать. Поэтому пособие удобное, формат приятный, тексты интересные, удобные для чтения. Я с своей точки зрения могу сказать, что дочь оказалась достойна своего великого отца. И также продолжается серия мышки English. Готовится к выходу я думаю, что это зимой, наверное, будет, потому что там много надо рисовать. Готовится к выходу новая книга «Мишки Vocabulary Elementary». И готовится небольшая, но очень интересная книга для чтения, прям совсем для начинающих, «Мишки Фоникс». Точно так же того же автора. Поэтому серия продолжается, серия растет. Я надеюсь, что вам будет удобно. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот то, о чем я говорил, это все можно найти, какие-то книги вот-вот появятся, какие-то выйдут в сентябре, какие-то уже есть. Вы можете зайти э, на сайт englishteachers.ru, э, кликнуть на новинки и найти те книги, которые уже вышли. Некоторые книги только-только появляются. Их можно найти и на Озоне, их можно найти на Вайлдберрис, кому-то так удобнее. Вот такие вот моменты. И, коллеги, подводя итоги, скажите мне, пожалуйста, что из тех пособий, которые я вам показал, э, кажутся лично для вас Наиболее интересными или полезными? Да, доставка книг, к сожалению, дорогая. У нас сейчас будут э, скидки, будет промокод на пособие э, Артема Морозова. Э, Артем Юрьевич будет делиться этим промокодом с теми, кто прошел тренинг у него. Но я думаю, что мы этот промокод сможем и где-нибудь еще сообщить по секрету. Так, good news. Заинтересовали? Заинтересовало? Да, пособие действительно очень интересное. Так, что еще, коллеги, кому что понравилось? Вы знаете, я какие-то книги покупаю через English Teachers, а какие-то заказываю на Wildberries, потому что доходит быстро. Очень что-то бывает на Озоне. Покупаю, потому что скидки бывают где-то и там, и там, и вот их можно вылавливать. Так. Тренажер Усиновой. Мишки, пособия, Миллерда, Обновленные книги ЕГЭ Good News. Отлично. Cultural Might. Я, знаете, вот я, как редактор, как главный редактор издательства, я все эти книги люблю. Они мне действительно все нравятся. Но вот есть какие-то книги, которые прям вот настолько по душе приходится. Я с вашего позволения не буду говорить о своих личных фаворитах, но, по крайней мере, могу сказать, что очень хорошо постарались авторы, постарались дизайнеры. Книги выходят такие, которые приятно брать в руки. Я надеюсь, что они очень вам пригодятся и помогут. Ну что ж, спасибо вам большое, уважаемые коллеги, за ваше внимание. У нас был короткий сегодня вебинар, как я и обещал, к 18 мы закончили, даже несмотря на то, что у нас небольшая задержка. Посмотрите, пожалуйста, те книги, которые уже вышли, и заглядывайте в интернет-магазины, поскольку уже в сентябре новые пособия будут доступны к тому, чтобы поставить их на полку и пользоваться. Спасибо большое. Я вам желаю успешного начала учебного года. Ну и поскольку несколько дней еще отпуска есть, я надеюсь, что он у вас пока еще завершится как следует. Я за прошлую неделю успел побывать в Воронеже, выступал на августовских педсоветах в Воронеже, в Тамбове, в Томске. Вчера я был в Нижнекамске. И, коллеги, я готовлю еще интересные материалы, так что у нас готовится серия вебинаров где мы будем говорить и о контроле, и о каких-то других особенностях о метапредметных результатах, и о прочих-прочих интересных вещах, о том, как можно это достигать удобно, интересно, как можно это все встроить в уроки, и это должно помогать решать нашу основную задачу – формировать коммуникативную компетенцию. И 11 сентября будет довольно любопытный вебинар, там мы попробуем поговорить о том, правда ли, что вот английский скоро будет не нужен, а всем нужно изучать другие языки. Правда ли, что могут быть какие-то сокращения часов? Правда ли, что в текущей международной обстановке, в общем, попробуем поговорить вот об этих моментах, а на самом деле о том, чему же все-таки важно учить на уроках иностранного языка, как туда интегрировать информацию о родной стране так, чтобы это было естественно, чтобы это было нужно, востребовано, а не просто потому, что мы хотим формировать, например, какие-то определенные знания. То есть, как сделать так, чтобы школьникам было удобнее общаться. Поэтому, если есть желание, записывайте этот бесплатный вебинар, он будет на площадке 1 сентября, будет 11 сентября, эта площадка называется 1 сентября, а вебинар будет 11 сентября. И встретимся там. Ну и точно так же будем встречаться в сентябре на вебинарах издательства «Титул». Вот Наталья Борисовна слушала, я даже сегодня успел рассказать про это. Я еще выступал на, в Казани на ELT, но онлайн. Вот где получить презентацию? А давайте я вам прямо сейчас презентацию отправлю в чат. Хорошо? Прямо одну секунду отправляю, так что все материалы у вас будут. Чтобы можно было спокойно полистать, посмотреть, поизучать эти вещи. Ну что ж, коллеги, спасибо большое. Я вам желаю хорошего вечера. И до новых встреч. До свидания.